Добрый вечер, друзья, добрый вечер, коллеги. У кого-то я знаю, что сейчас время позднее. Включил запись сегодняшнего вебинара. Рад вас приветствовать в нашей сегодняшней комнате вебинарной. У нас сегодня будет два вебинара. Один будет сейчас в 16 часов, второй в 18 по Москве для тех, кто хочет разобраться в партнерской программе. Сейчас речь пойдет по системе бизнес-автомат. Об этом будем разговаривать. Если напишите сейчас регионы, свои города, из которых вы к нам пришли на данный вебинар, буду вам благодарен. Так, спасибо. Харьков, Курск, Иркутск, Воронеж, Чебоксары. Видите, Иркутск там уже, если не ошибаюсь, плюс 4 или плюс 5 часов по отношению к Москве. Тула, Калуга, это поближе, тут тоже московское время. Самара плюс час. Химки, Московская область, Черногорск, Санкт-Петербург, Минск. Рады приветствовать Белоруссию, Гродно, тоже очень здорово. Уфа плюс 2 часа по отношению к Москве. Южно-Сахалинск уже, наверное, предполагаю, что уже ночь. Итак, вы видите, у нас разница по часовым часам, наверное, там порядка 10, может быть, даже 12 часов. Коллеги, речь у нас сегодня пойдет непосредственно по программе «Бизнес-автомат». Да, и данный вебинар будет сейчас проводить Дмитрий Игоревич Хачиков, руководитель группы разработчиков данной системы. Вот. У меня, по-моему, убедительная просьба. Все, кто находится сейчас в вебинарной комнате, я вижу Вильнюс, приветствуем Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Алтай, Барнаул, Миасс, Москва, Екатеринбург. Вот. Просьба такая, давайте вы сейчас выслушаете информацию, которую даст Дмитрий Игоревич, а после этого будете задавать вопросы. Сегодня он даст конкретные ответы на 4 традиционных вопроса, которые вы задаете, да? Расскажет о том, что проделано, вот, что ждет впереди. Тех, кто прикидывает, те, кто собирается активно использовать систему бизнес-автомат. Вот. И потом вы в конце данного вебинара зададите свои вопросы. Я думаю, что сегодня на эти вопросы будет дан квалифицированный ответ. Поэтому просто вам предлагаю внимательно слушать информацию. Вот. Аплодисменты я, конечно, ваши, наверное, не услышу, все находитесь далеко от Москвы, но тем не менее предлагаю, Дмитрий Игоревич, включайтесь. Вот. Информацию люди ждут и... Давайте двигаться по нашему вебинару, чтобы у каждого из вас сложилось понимание, что у нас сегодня есть при движении по системе бизнес-автомат, какие результаты ожидаются впереди. Вот. Поэтому вопросы в конце вебинара. Дмитрий, ждем включения. Я тогда отключаюсь, буду здесь рядом с вами. Понадобится что-то от меня, я приму активное участие. Итак, коллеги, двигаемся вперед. Приветствуйте Дмитрия Игоревича. И, добрый день. Как говорится, погнали наши. Меня слышно, поставим плюсики. Не шипит, отлично слышно. Все прекрасно, значит, не будем еще настраивать. Сегодня мы пройдем по главным вопросам, которые нас интересуют, но вначале мы остановимся на достигнутом результате. Сегодня 2 недели, как мы запустили рекламную кампанию, работаем с сервисом. Значит, что у нас уже было сделано за эти 2 недели? За эти 2 недели мы запустили несколько методов основных, которыми идет рекламная кампания. Если вы обратите внимание, то вы на слайде увидите внизу методы. Вот. Техническая возможность, так чтобы было понятно, на сегодняшний день, это 10% было использовано. Я не показываю здесь, сколько количество показов, сколько переходов, эта информация вам ничего не даст. Вот. Я вам покажу, что именно происходит в бизнес-автомате. Вы, это принтскрин с реальной админ-панели, вы ее все видите, вы можете увидеть по дням количество рефералов, которые было реально начислено. И вот общее количество. То есть это захват, первый статус. В этом статусе в основном мы видим, что у нас получилось за 2 недели достичь 1740 человек. Это те, которые заинтересовались и оставили e-mail. Интерес проявили более 1000 человек. Значит, 1200 пакетов было оформлено.
Первый этап финансирования от Skyway Capital для Biomedia был 30%. Вот. На сегодняшний день, если берем за процентов 100%, за 30% финансирования, то из него мы израсходовали 20% на первом этапе запуска, то есть за эти две недели. За эти две недели мы смогли достигнуть результата 1740 человек захвата. Я же говорю, не буду говорить о показах переходов, там страшные суммы. Невозможно будет, скажем так, поверить. Вот. Но тоже сейчас объясню, как это работает и с чем это правильно, как это рассматривать. Ребята, можно, пожалуйста, потише? Вот. Еще раз тоже хочу заострить внимание, что было использовано всего лишь три метода по пяти разным каналам. То есть слева, посредине, где Biomedia, внизу есть схема маленькая. Там вот пять каналов, 15 – это разные формы захвата и разные лендинги, которые использовались по разной технологии. Вот. И всего лишь мы использовали 10% от технической возможности и глубоким таргетингом старались работать на 80% на Москву. Остальное там это СНГ. Значит, что у нас получилось? У нас получилось, что в первой неделе мы стартанули, мы от прогноза смогли сделать 17% по заполняемости и на следующей неделе 14, на этой неделе мы уже идем 7. Обратно, прогноз это был медиапланирование. Согласно этому медиапланированию мы распределяли бюджет. Вот. Но, так как мы получили первое финансирование, мы решили пойти по правильному пути. То есть мы работаем на кассе. Что нам это даст? Если мы обратим внимание обратно на схему нижнюю. То мы здесь видим в этой схеме канал. То есть сейчас, после того, когда мы проработали эти объявления, проработали эти каналы, мы музыка у кого играет? У меня музыка играет. Так, я понял, все. Мы проработали каналы, мы теперь понимаем конкретно, на каком канале, что у нас есть, по какой категории, по какому из вариантов. За эти две недели мы работали, я еще раз хочу повториться, очень большую аудиторию, у нас получилось 1740 человек. Теперь. Главный вопрос, который все задают, когда я увижу Skyway Capital? Сейчас вот эти вот тысячи человек, которые проявили интерес, которые оставили второй свой контакт, это непосредственно уже мобильный телефон, мы их отдали на прозвон Skyway Capital. Начинаем с ними работать, прорабатываем, так же самое прощупываем, понимаем, что это за люди, какие они вопросы задают, подготавливаем их для того, чтобы это все у нас правильно происходило. Почему я пометил красным? Конверсия 25%. 25% ориентировочная конверсия, то есть это ориентировочный показатель, который идет с интереса в регистрации. Обратно повторюсь, мы передали их, но баллы мы еще списываем, потому что именно на их двух неделях мы хотели понять статистику и понять, что мы можем сделать, добавить еще, скажем так, или сделать немножко по-другому, для того, чтобы эта статистика, она изменилась в лучшую сторону. Потому что ожидаемое число оплат, обратно 25-30%, вот, это уже ответных регистраций. Для этого мы разработали индивидуальные пакеты, специальные так называемые предложения для тех, которые будут приходить, они будут очень интересны для оплаты. Они будут одноразовые, то есть человек приходит, зарегистрировался, и мы сразу ему предлагаем этот индивидуальный пакет для того, чтобы он быстро, не раздумывая, зашел. То есть вы прекрасно понимаете на сегодняшний день, какие бывают акции, но примерно в этих будет
диапазона. То есть будет достаточно, скажем так, мотивационный пакет, в который быстро можно будет, скажем, быстро можно будет зайти. Вот. Плюс, значит, к этому всему сегодня мы разговаривали, и мы поняли, что нам необходимо еще на этапе захвата добавить еще несколько элементов человеку, чтобы немножко его углубить в эту тематику, потому что тематика сложная для людей. Как бы информации очень много, да, выявить правильное последовательность, разложить информацию и выдать ее в несколько узком таком формате, человеку было понятно, что, зачем, куда. Поэтому в ближайшее время мы займемся ремонтом кабинета Skyway Capital и сделаем большую демку для тех, кто будет приходить. То есть небольшой экскурс кабинета, и постараемся максимально упростить функционал на все кнопочки для того, чтобы было удобно, легко и правильно, скажем, тому человеку, который придет, начать работать с нами. Потому что, повторяю, то есть информации как бы очень много, и очень тяжело человеку войти в это направление. Вот. Теперь смотрите, как я это все вижу, какие прогнозы, что будет дальше и чем в ближайшее время мы будем заниматься. Мы эти каналы, которые у нас есть, то есть я повторюсь, вот методы здесь указаны, сейчас перейдем на автоматизацию. То есть фактически вы будете видеть в реальном режиме, в форме захвата, как появляются e-mail. Мы оставим только те каналы, которые показали вот хорошую эффективность. Допустим, там на третьем канале там, или на первом канале, там 15-й там отрабатывает отлично. Вот, соответственно, то есть его и будем оставлять, и его будем дорасширять. Плюс будем дорабатывать работу для того, чтобы в момент интереса эффективность была намного выше. Плюс в переходе в регистрацию, вот поработать с человеком, я думаю, что вот здесь как раз, когда я говорил, что понадобится та группа активных людей, которые хотят себя проявить и помочь системе, пожалуйста, то есть мы создадим какую-то такую команду, которая будет рассказывать, показывать, как это работает, и вот от этого уже плясать. Потому что есть уже достаточное количество людей, это более 1000 человек, и мы сейчас выявляем, понимаем, сейчас задаваем вопросы, что происходит, как правильно работать. И здесь попробуем это автоматизировать, и люди уже будут, те, которые готовы к общению, уже будут с ними проводить непосредственно беседы. Поэтому, что касается достигнутого результата, я считаю, что мы отработали на все 300%. Мы реально работали в субботу, в воскресенье, у нас появилось очень много доброжелателей, конечно. Вот. Но мы на это не обращаем внимания, наша задача как бы результат. Вот. Поэтому мы двигаемся конкретно к своей цели. Если есть вопросы, можете сейчас задать, и мы дальше перейдем к следующим, какие каналы будут, какие вопросы часто задают. Постараемся сделать очень короткий вебинар для того, чтобы была запись, и мы ее разослали всем партнерам, и они могли просто понимать, что на данный момент происходит. Потому что вебинар растягивается на страшный промежуток времени, и потом никто не досмотрит до конца. Вообще, я не могу выйти на сайт. Да, слайд номер 2. Открываем. Техническая поддержка. Для вас, для вашего удобства, наши менеджеры завели Skype и стараются с вами связаться со всеми. Если есть возможность такая, добавьтесь, пожалуйста. Вот мы открыли полную техническую возможность. Они могут прямо в реальном времени. BA500 не работает. Да, на BA500, сейчас мы вернемся к BA500, там продажи. Помните, я рассказывал когда-то, что есть малый круг и большой круг. Вот, поэтому на сайт статистики start.ba.com. Пожалуйста, те какие-то вопросы или проблемы, добавляйте в скайп, и прямо сейчас вот, они могут решить эти вопросы. Вот. Другие вопросы, я думаю, что вот те, которые здесь у меня написаны, мы к ним
Да, я дам сейчас ссылку на кабинет. Я бы хотел поговорить. Да, Владимир. 6, как это понимать? Я же вам объясняю, что на сегодняшний день, если мы вернемся к первому слайду, вот, мы сделали 17-14% на эти, то есть это 15% от 100% выполнения графика в среднем. Соответственно, мы нагонять по чуть-чуть, но уже дорасширяя те каналы, которые есть, которые мы выявили для того, чтобы были качественные рефералы, потому что конверсия была интереса в регистрации 25%, но это не годится никуда. Необходимо достичь фактического результата там, ну, 50 хотя бы, 70%, ну, в лучшем случае бывает 90%, потому что очень много людей, они просто уйдут в долгий ящик. Представляете, когда они придут, зарегистрируются в кабинете, и они не будут ничего делать, они не будут ничего понимать, а потом скажут, ну, то есть, будет бесполезный мусор. Нам необходимо, чтобы это были активные партнеры, которые быстро развивают сеть, которые смогут строить вместе с нами то, что нам необходимо. Вот, поэтому давайте к слайду 2. Сейчас будет к этим каналам, которые автоматизированы, будет в ближайшее время настраиваться еще e-mail маркетинг по различным тематикам. У нас была, у нас договоренность, мы договорились, у нас есть 5-6 авторов потенциально, с которыми мы хотим работать, у которых есть подписчики на смарт-респондере. Вот, будем проводить с ними совместную кампанию. Там где-то 60 тысяч подписчиков. Я думаю, что здесь мы сможем нагнать тот результат, который, быстрее пойти развиваться, пойти в быстрое развитие. Вот, потому что это активные базы. Вот, здесь я думаю, что дополнительно это даст нам толчок. Вот, тоже будем изучать, смотреть, прощупывать людей, будет понятно, более-менее конкретно. Плюс таргетинг мы собрали на разный сетевой бизнес. Так, почему не присылают информацию на почту новостям? Так, информацию на почту. Проверьте, пожалуйста, ли подписка у вас была на бизнес-автомат? Нет, если у вас не было, то можно и сделать. Вот, смотрите. Вот. Мы выявили ВКонтакте все, которые занимаются сетевым бизнесом. У нас появилось более 600 тысяч людей. Мы сейчас настраиваем тоже на них таргетинг, настраиваем на них рекламу уже по отработанной схеме. И вот на этих двух неделях будет результат по этим методам. Я думаю, что там можно будет встречаться, показывать, рассказывать уже более детально и будет интересно. Вот задача. Почему не работает? Отличный вопрос. Сейчас мы к нему подойдем. Давайте по рекламным каналам, по рефералам вопросы самые главные. И дальше по всем остальным. Да, 3 недели. Очень большой объем работы. Делаем маленькой командой. Вот, стараемся. Вы должны это тоже считывать. Вот, и стараемся еще со всеми. Ну, вы, конечно, это. Я даже знаю с этот. Это наш доброжелатель, наверное. Не буду обращать внимания. Как? Давайте вопросы те, которые больше всего задают, те, которые больше всего интересуют людей. Мы сейчас их озвучим. Как вывести бонусы из бизнес-автомата? Да, пусть будет чат, нет проблем. Вот. Техническая поддержка, вы с ней соединяетесь. Она вам генерирует специальную ссылку. Вы переходите по этой ссылке, подтверждаете, что вы хотите перевести бонусы свои из личного кабинета бизнес-автомата продаж в Skyway Capital, и они переводятся в полуавтоматическом режиме. Идет сверка, и деньги переводятся. И вот как обычно это происходит. Когда я увижу рефералов в своей структуре, я сегодня рассказал, как это работает. То есть здесь у нас есть 1200 пакетов, вот, оформленных.
И на сегодняшний день у нас фактически мы выдали чуть больше, чем по одному рефералу человеку, 1740. Вот. И отрабатываем, чтобы это было качество, чтобы не было потом никаких негативных отзывов, чтобы все люди, которые придут, были те, кому нужны. Поэтому, если вы наберете еще терпения, на этой неделе мы уже будем открывать с теми, с которыми мы навели контакт, уже менеджеры, общаясь с ними, выявили, объяснили, рассказали, ввели их в курс дела. Вот. Призовой фонд. Первого этапа продаж, да? Значит, сейчас мы заканчиваем сайт. Это будет на BA 500. Там будет же статистика продаж, которая у нас была в открытом доступе. Там же будет и топ лидеров. Вот. Лидерам разосланы будет сейчас приглашение. Они пройдут по этому приглашению. Они заполнят специальную форму. Там есть соглашение, не подписывать соглашение, и дальше по форме, там у них будет указано, что необходимо сделать для того, чтобы их мы могли опубликовать, и, соответственно, они могли получить призовой фонд. Когда будет второй этап продаж? Там же, на этом же сайте, на BA 500, будут обновляться новости, будет постоянно вестись экскурс, скажем так, вот мы хотим сейчас запустить мини-блок новостей, что у нас на сегодня готово, что как работает. Я думаю, что в ближайшее время мы это запустим. То есть на этом сайте можно будет следить за информацией. Также будете получить идеи ее на мейл. Вот, когда будет второй этап продаж? Как только мы покажем результат, я думаю, что сразу будет назначен период. Вот, результат, в моем понимании, это оплата. То есть последний конечный, конечная цель, которую мы должны достигнуть. Вот, для того, чтобы мы вышли и сказали всем друзьям, которые нас так очень сильно любят, сказали, что смотрите, вот наш результат. Вот мы получили такое-то количество людей, пришли в регистр столько-то, сеть развивается столько-то, оплата столько-то. Вот, для этого я же говорю, мы проработали мотивационные пакеты, утвердили их, вот, они будут достаточно интересны для этих людей. Самое главное, правильно их вести сейчас в экскурс, для того, чтобы они понимали, как это происходит и с чем это нужно правильно. Вот. И все, и будет, я думаю, все отлично. Ну, давайте включим чат, задавайте еще вопросы другого характера. То есть, если технические какие-то вопросы, вот специально, пожалуйста, BA Skype. Вот. Для доброжелателей, те, которые хотят поговорить, есть мой скайп. Все мой скайп знают, я писал, озвучил, пожалуйста, соединяйтесь, не троллим, вживую выходим на связь, разговариваем. И я думаю, что если вас что-то не устраивает, мы найдем какое-то компромиссное решение. Вот. Так, почему не работает? На сегодняшний день я проверен. Когда ожидать конкретных результатов? Значит, результаты. Вы задаете правильные вопросы. Вот я считаю это результатом на сегодняшний день достигнутым. Вот. Вы получите сейчас из тех регистраций, вы получите сейчас реально живых людей, с которыми прозвонили, которые проработали для того, чтобы не было никаких определенных казусных ситуаций, вот как вы есть, он задает вопрос. Вот. И, соответственно, уже от этого это можно считать результатом. Но я считаю результатом это оплаты. По поводу бонусов, по поводу этого, мы самое главное подтверждаем перевод, вот, и сразу же он поступает в финотдел, там идет начисление. Вот, я думаю, что для этого требуется какое-то время, то есть я думаю, что неделя, вы пишете две недели, я, ну, в этом сильно очень сомневаюсь, но вы проверите, то есть вы можете скинуть, еще раз мы, ну, в техподдержку писать, мы проверим по времени. Когда ждать поступления? Вот, ну, как бы я ответил на этот вопрос. Еще вопросы? Сейчас оплаченных рефералов еще никому не давали.
Мы прорабатывали полностью все, которых мы зарегистрировали, но их еще не открывали для вас, для того, чтобы, я же говорю, не было никаких казанных ситуаций. Вот. И баллы, что с ними делать? Это вы решаете. А, нет, баллы будут списываться, как только будет, мы как только начнем открывать рефералов, реферал зашел, зарегистрировался, и они начнут списываться. Поэтому мы сейчас не списываем, мы тестируем, и сразу же будет после этого, я же говорю, проводить списание, чтобы не было там никаких вопросов. Да, приглашать можно будет людей, второй круг, я уже говорил об этом, что сейчас мы настраиваем каналы, настраиваем рекламу, чтобы она работала, отрабатывала, достигала конкретных результатов. Вот. И сразу же можно будет открывать продажи. Но на этом сайте, на BA500, там будет указана вся информация, вы сможете за ней наблюдать. А когда мы ожидаем первые проплаты? Очень хороший вопрос. Ну, если учесть, что сейчас началась ад, и менеджеры загружены, мы будем работать и попробуем самостоятельными силами поработать с людьми. То есть на сегодняшний день, я же говорю, мы проработали, у нас есть индивидуальное предложение, вот это хорошее, которое, оно супер мотивационное, которое поможет быстро ускорить процесс. Вот. Но с людьми надо очень аккуратно для того, чтобы правильно найти подход, потому что это очень большая тематика, и как бы вы знаете период, сколько надо времени для разогрева, поэтому мы стараемся ускорить этот процесс. Плюс не забывайте, прошло всего лишь 2 недели, за 2 недели работаю с трафиком, и с людьми, то есть ну, это нужно хорошо, то есть мы стараемся со всех ног. А сколько будет стоить один пакет? Правильный тоже вопрос, я думаю, что это будет дороже стоить, но это уже потом об этом, сейчас это не главное. Хочу пополнить счет вулкана, уже ошибка, обращаться неоднократно. Пожалуйста, добавьте мой сайт. Я сейчас его дам. На котором я сижу, отвечаю на вопрос. Отвечаю я. С утра и вечером, по возможности, когда запускаю. BA-MediaStart. Вот. И обращайтесь ко мне с предскрином, я посмотрю. Вот. И сразу же будет понятно, что конкретно и как будет это. Да, Надежда, я вас понял. Постараемся максимально. Мы сейчас просто уделяли максимальное внимание каналам, рефералам, то есть. Вот, постараемся заранее сообщать в чатах. Я думаю, что, я же говорю, сделаем какое-то минимальное оповещение, вот, в каком-то формате, для того, чтобы это было удобно. Вот, поэтому. Вы подтвердили, да. Дальше они скрывают капитал зайдут. Вот, то есть надо проверить ваше подтверждение, и я думаю, что проблем не будет, будут деньги зачислены. Все, тогда вот отлично. Я думаю, что на этих нотах мы когда, ну, обратно тоже вы можете задать, я дал вам скайп вопрос, я буду контролировать этот вопрос, и я смогу более детально вам ответить на него. Ребята, я думаю, что на этой ноте мы можем закончить наш короткий экскурс по задачам, по достигнутым результатам. И дальше уже будем отталкиваться. Ольга, я вас услышал. Прямо сейчас
Пишите мне, и мы прямо сейчас этим займемся. Вопросы что-нибудь есть? Курс молодого бойца. Максим, на связи? Да, коллеги, я на связи. Я... прошлись по всем основным задачам, по всем последующим задачам, что и как, в дальнейшем техническая поддержка будет работать, плюс есть какие-то личные вопросы, пожалуйста, скайп я оставил. Вот, я услышал, постараемся максимально освещать нашу информацию в чатах и везде, вот, для этого тоже сделаем форматик небольшой свой для освещения. Общем, понятно, то есть, это, как я понял, вебинар закончен, да? Да, да. Мы ясненько. Чат и делать записи и разбрасывать людям. Я понял, коллеги, тогда... Да, отправляем Дмитрия Игоревича. До свидания. Да. Я тебя хочу добавить то, что вопросы, которые у вас еще остались, вы можете отправить на адреса скайпов, которые Дмитрий Игоревич. Сегодня в 18 часов будет вебинар по партнерской программе. Тем, кому из вас интересно, будем рады вас видеть. Завтра у нас 17 часов вебинар по открытию представительств. В четверг презентация в 19 и сервис работы представителей в 13.00 в пятницу. Вот. Ко мне какие-то вопросы сейчас есть? Потому что несколько минут у меня есть. Все ли понятно? Всем ли стало все понятно после сегодняшнего вебинара? Так, все, я вижу, только Владимир поставил плюс. Держите в курсе, хорошо. Тогда данный вебинар сейчас мы запись остановим. Он будет записан. Тем, кто захочет повторить данную информацию и усвоить ее более глубже, выложим запись на общедоступный ресурс и ссылку дадим в чате. Вот. Ну, Павел, вы сейчас, когда были на данном вебинаре, вы могли этот вопрос задать Дмитрию Игоревичу. Я, если не ошибаюсь, он озвучил, да, по поводу второго этапа и так далее. Вот. Я как бы не вправе это дело говорить, потому что вы говорили с первоисточником. Вот. А дату придумывать самому мне бы не хотелось. Вот такие вот дела. Я могу отвечать за то, что я отвечаю, да, то есть за ту информацию, которую владею. Вот сегодня, если на партнерскую программу придете и будете со мной общаться, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вот такие дела. Итак, коллеги, тогда до вечера тех, кто сегодня будет на вебинаре, пригласите своих партнеров, которые забрались в партнерской программе и хотят зарабатывать деньги, потому что просто так они в карман валиться не будут. Всем огромное спасибо за то, что были сегодня на вебинаре. Запись, как я говорил, будет выложена на общедоступные ресурсы либо завтра, либо послезавтра. После конвертации и после того, как мы зальем видео непосредственно в интернет. До новых встреч. Всем хорошего вечера. Здоровья, любви и денег.